это реклама Dolce & Gabbana официальная. Она есть на официальном паблике, в Instagram с галочкой, на этом паблике. То есть на первом видео у нас сосутся женщины, страстненько так. На втором видео такие женоподобные мальчики, такие мужиковствующие, наверное, даже. Хотя, думаю, они даже этим не занимаются. Тоже гейство. Это реклама. Мало того, это дикая пропаганда. Это прям конкретнейшая пропаганда. Кто бы что ни говорил, кто бы как ни считал, лично я считаю, что такой рекламы быть не должно. ЛГБТ за общество должно быть закрытого типа, никакой пропаганды. Это мы вот можем посмотреть, там, окрепшие умы, так скажем, и сказать, ну, чушь, блядь, твари. Зачем? Ну, зачем? Вы же можете по-другому рекламировать свой бренд, правильно? Женщины выберут женское, мужские выберут мужское. Вы пропагандируете. А молодежь начинает смотреть и думать, господи, как красиво. А снято ж прикольно, снято ж там все так прям витиеватенько, все красивенько снято. Молодежь смотрит, соответственно, они думают, а что, нормально же. Стильно, модно, молодежно. Твари, мракобесы, просто мракобесы, блин. Как бы ни звучало это с моей стороны сейчас в какой-то степени, может быть, оголтело. Но, блин, ребята, как вот еще, как с этим всем справляться? Поэтому, естественно, я очень заинтересован, чтобы у нас, например, такого не происходило. Чтобы у нас это не пропагандировалось, чтобы семейные ценности сохранялись, семейные ценности приумножались, семейные ценности охранялись законом, семейные ценности правильно преподносились через средства массовой информации. Радио, телевизор, фильмы и прочее. Но и у нас эта волна потихоньку начинается, и при этом в тех же всяких пабликах часто натыкаешься, как начинают людей с такой позиции, как у меня, откровенно третировать, просто нападать, обвинять и говорить, что, оказывается, люди с такой позицией дебилы. И почему-то кремлеботы и путинисты. Мне это больше всего нравится. Почему-то кремлеботы и путинисты. В тяжелое время живем, ребят. Берегите разум, сохраняйте пытливость ума. И старайтесь, пожалуйста, если есть какая-то возможность, хотя бы высказываться по таким моментам, хотя бы в личных кулуарных беседах, если есть люди молодые, объяснять им нормальные, традиционные, адекватные человеческие ценности. Всем спасибо, пока!